Так, оружие, что мы возьмем? Пистолеты. Так, если что, я трансляцию начал, поэтому там, ну, мало ли. Да. Текс, текс, смотрим, кто у нас в лобби. Эдуард Зинов. Зинов. Эдик. Мерлин Бодекер. Махди Макрани. Оскари Акканин. Хосе Антонио Янас Бурон. Ой, я его понял. И Джеймс Уоллес, Вагнер Юниор. О, кстати, Вагнер Юниор я с ним ездил. Неплох, неплох. Казимир Каплас. Аарон. Короче, непонятно. Эдуард Зинов какой-то. Сейчас мы Эдик будем наказывать. Ты мода. Тебя, Саня, тебя на квалификацию позвать или просто во время квала сказать? На гонку? Ну, я понял. Перед три квала будет. Да, уже меня будет не закончить. Через полторы квала будет, да, там еще квала. Дайте доехать в игру. Мерлин Бедекер и Оскари Акканин друг друга, конечно, встретили. Такие, давайте, париматч, все дела. Все, квала. Тоже в квартире дубак. Прикольно. Здесь холодно, а тут они такие, знаешь, ну как обогреватель поставили, вот для них приятно. Подходишь, и они такие, ну. Thank you.
там была песчаная планета. Здесь холодно. Потерял время. One more lap to go. 1:44. 1:40.4. О, медленнее, черт, один на карте. Второе место. Третье. Пятое. Охренеть можно. Топ и едет 1:39. Да, я знаю. У меня вот 1:39.648 оптимальное, но, блин, собрать это. А! Все, в трек. Что там, Эдуард-то? Эдуард за мной. 469 у него. А, нет, ты 40. Да, 1:44, да. А, я думал 44, блядь. Чувак, 1:38.8 проехал. Да. Мехди Мокрани какой-то, блин. Что за элен просто какой-то. Хосе Антонио Янос Бурон. Слушай, Но я тебе скажу так, Зинов очень жжет резину, поэтому он выложился все, что мог, в гонке быстрее не поедет. Угу. Ну, я смотрел на его темпы, как бы, да, и я тебе скажу, что... Седьмой. Извини. Уже седьмой. Угу. Ну, да, ну, но... то есть, тому, что у него темп будет... Падать сильно. Ну, это не такой уж, Алин. 3800 рейтинг. Да ладно, да? Слушай, ну а время-то у него очень хорошее. Да, да, да. Ну просто 3800, потому что там не 7000, знаешь? Угу. И у второго, кстати, 3800 рейтинг. А дальше? У третьего 3100, угу. А дальше идет 2006, 2400, 1800, Вагнер Юниор 2000, Эдвард Станфорс. Станфорс. Да, 1693 и Джеймс 2000. Ну, в общем, Эдвард и Зинов два самых нуба. А у Эдика сколько? 1672. Да ладно, да? Нифига себе, мы в одном сплите. Ну, на ушах. Ну, потому что я говорю, немного сплитов. Вот еще буквально бы человек 10-20 лишних зарегистрировалось бы, и вот эти вот 2600 бы не попали уже. Ну да, да, да. Он бы был во втором сплите. То есть, видишь, все практически там 1900 две. Ну, там от 1900 и выше. Два человека влезло сюда. Что там они там переписываются? Да, ерунду. Какую-то. Причем-то этот Мехди пишет. А, нет, Мерлин. Please, I have family. Причем ты уфром семья, ну семья и окей. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Ты снаружи будешь, наверное, да? Еще я седьмой, должен быть внутри. А, внутри, да. Да, точно, я что-то тормознул. Да, первый внутри, соответственно. Ты внутри будешь. Сейчас. А вот Эдик как раз снаружи. Да, да. Ну, ты, значит, ну, удержишь, учитывая, что он тоже без цепухи едет.
Он, ну, если не проспишь совсем откровенно старт, то ты удержишь внутренности. У меня со стартом как-то плоховато, не знаю, надо почитать, послушать, что кто-то рассказал, как правильно стартуют они. Просто в пол, даже на ручке просто. Ну, блин, тогда странно. Что я... О, кстати, на Дайтоне, на Мазде, старт в пол, это трындец. Меня сразу... Потому что ты же стоишь на наклоне, на опроне, и... Ой, не на опроне, в смысле, а на бэнкинге. Я понял, да. И машину сразу разворачивает. Я не знал этого, короче. Везде в пол. Каждый раз смотрел, как ПЛО стартует, всегда в пол. Ну, а других машинах еще там есть смысл, там что-то там, что, ну, поиграть, да? То есть, а здесь не настолько большая мощность, чтобы, ну, просто лечь в пол, она буксует буквально копейку. Есть, ну, да. Там, скажем так, потеря на то, что ты будешь пытаться это нивелировать, будет больше, чем то, что ты буксанешь. Там один... Буквально там один или два оборота колеса она делает, и все, и хватают. То есть тут не такая, не такая мощность. Поэтому я смотрел, как все топы, все в пол. Ну, на Мазах, на Пантерах, как минимум. Ну, Пантерах вообще понятно. Ну, это понятно, да, на быстрых машинах. Так, так. Поспотырю тебе. Приготовились, так. Блин, очень холодно. Мне тоже, блин. Такой я проснулся сегодня с утра, а такое ощущение, что я сплю, ну, мы спим с открытым балконом, ощущение было, что вообще пиздец там. Зима нахуй. Так. Буду с... Куда ты там лезешь, господи? Ну, мы... Я не гордый. Да-да-да, там лифт. Блядь, уже начинается, а? Слепой, блядь. Он еще и говорит... Он еще думает, что я виноват в этом. Да нет. Ну, он сказал, thank you very much. Мне. Ну, я думаю... А может, не мне. Слушай, а посмотри, у меня машина там не повреждена случаем, не? У тебя? Да. Что-то такое есть ощущение. Ну, чуть-чуть есть, но... По-моему, колесо не задето. Ладно. Ой, ёб твою мать! Вот это я... Вот это я лоханулся. Нет, 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 нет. Ладно, хер с ним. У меня вот, собственно говоря, вчера на Дайтоне чуть-чуть, понимаешь, задел. Небольшая вмятина была. Все, на прямой, короче, минус 10 километров в час. А вот часто хорошо. Но это вот на том прыжке, видимо. Да, 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 потому что у тебя прям перед понятно. Смотрю повтор. Но ты прям. Да, и ты прям напрыгал себе, блин, нормально. Удар у тебя чуть бог был, а ты есть ощущение, что машина ей чуть хуже. Ну, может быть. Что? Покорёжена. А где покорёжена-то хоть? Морда, да? Морда и жопа. Ещё и жопа. А где ты так прыгнул? На вот этом скоростном? Да, на левом, вот сейчас, вот на этом повороте. Я понял, да. Да, что-то она вообще не тянет. Просто не тянет. Нет, только не здесь. Может, двигатель немножечко портнул. Ну вот есть, да. Или трансмиссию, потому что... Да
Там, когда прыгаешь, очень ты этим хуйней прямо об низ бьешься. Где-то об карту. А здесь, кстати, прикольно сделано модель погружения. А ты прям реально где-то картером не ебашишься, когда вот ну, эти бублики, они такие жирнющие. Ну вот реально, вышел хорошо, а время теряю на прямой. Очень много теряю. Согласен, да. У тебя максималка 170, а у людей 175. Даже за тобой, который есть 173. Ну, уже никогда. Да. Придется перезаезжать. Да. Смотри, да, что этот бурон этот. Да нет, это однозначно его. Да, конечно, да. Он просто, я ехал внутри, он справа взял и меня пилился. Ну, там, может быть, у тебя оставалось место, я попадал там, да? Да, вроде попадал, я же ехал-то медленно. Не, ну вот я смотрю, да, то есть, но смысл в том, что он был снаружи, и он как бы был задея тебя. Угу. О, Зинов минус. Да ладно. Да. Поэтому как бы его вина. Процентов на 8. Я там ничего такого не делал, понимаешь, чтобы как бы. Не, я говорю, что, может я думал, что ты оставишь его поезд. Ну не то, что больше места, что ну плотнее к тебе пройти. Угу. Но как бы это его проблема, что он думал. Только оставил, а прям совсем тебе куда он ехал, ты ух ты, блядь, тогда. Жесть, я очень много теряю времени. Только не атакуй в этом повороте, пожалуйста. Ну да, я сильно побился, а потом. Ты прыгнул прям. Да, я там улетел прям. Прям полетел. Ну я вижу, вижу, да. Ты такой вот прям еблый карта. Угу. Слушай, чуть проворонил, короче. Не добавил газу, а слишком рано повернул. Ну да. И не распрямил машину, короче. И вот. Ой, результат. А что с Зиновым случилось? А, он что-то там ошибся. Может быть, конечно, контакт был, я там не очень видно было. Далековато было. Блин, это как прямая, он меня догоняет. Да, нет. Подпрыгнул на паре. Ой, на бублике, наверное. На котором. У чувака похоже, кстати. Ливрейка. Она видна, да, моя ливрея? Ну, естественно. Просто она не в общем доступе, в закрытом. Только ради. Да, в принципе, наверное, никакой. Темп мой, конечно. Бля, там же едик уже. Скотина. Ну, красиво, да. Ох, эдик. Красавчик. Вот прям вообще вот это обгон воспользовался вашей борьбой. Угу. Прям
поехал за ним. Я катил прям вообще вот прям вот. Эдик, вот это обгон прям красавчик. Угу. Эдик красавчик. А я, видишь, могу только в поворотах их как-то догонять. Сейчас даже слипстрим не помогает. Да, но не то, что слипстрим. 1:44 время, это пиздец. Да не, у тебя максималка даже. Ну ты подразбил, ты посмотришь там, как это. Ой, автотрек. Ладно. А эти сейчас выиграют, поедем. Скажет, все, я выиграл. Скажет, поздно, 10 вечера, это уже все. Ну, маленьким 45-летним детишкам пора спать. Он всегда, когда выигрывает, сыпцем. Ну чё, почти. Ой, что-то я с торможением-то, а? Ой, что-то я пропустил точку. Мне больше ничего не остается, я же говорю, повороты мое, прямая не мое. Да. Там чувак, кстати, откровенно мажет повороты, что-то не знаю. Зинову повезло. При этом не отстает от Зинова. Прям я много раз сейчас. Последний поворот. Есть скользит скоростной. Ух! Фу! Вот такого у меня еще не было. Чуть-чуть буквально начал заносить, тут же отловился. Последний поворот здесь очень важен, потому что это единственное такое прям обгонное место. Ну прям чисто обгонное там. Научившись из него хорошо выходить, ты, во-первых, будешь. Защищен от атак, и во-вторых, будешь. Прям греет Зину. Да, кстати, Зину бы его не проехал, если бы. Вот не вот эта ваша борьба. Еще не в темп вообще, блядь, не надо. Если бы я так не просто греет. Короче, одинаковый темп, то есть, ну, Зинов только за счет того, чтобы
Плохо, плохо, плохо. А какое у них время? Ну вот последние 41.5, смотри. Ну где-то взвинтили темп они. Взвинтили? 41.5 это взвинтили. Ну были у них там 43, 42. Вот, слушай, что-то он раскатился, блядь, на Дину, на Полидину потерял темп. Там народ активно переписывается, как будто вы закончили гонку. Я тоже такой, я смотрю, там такой. Сейчас он будет зиновый, мне кажется, так повозится, не уберется. Оу-оу-оу. Резина ушла. Последний круг. 1:42.722. О, Зинов промахнулся чуть-чуть в первом повороте, и чувак тут как тут. У Зинова тоже похоже. Да, резина, резина, да. Чувак лопан. Да, чувак сейчас чуть-чуть. А Зинов всегда очень нервничает, когда он рискует. Мне надо быть поближе к этому всему. Да, буду браться. Сейчас, если Зина под этот поворот плохо пройдет. О, чувак. Будет атаковать. Да, будет атаковать перед внутри. Угу. Блин, даже вот так вот прошли хорошо. Параллельно идет, не знаю, чьей камеры смотреть. Смотри с моей. Эдик впереди. Блин. И тут я бы мог бы, а нет, не получится. История не знает сослагательных наклонений. Great job, driver. Нормально, не. Так. 100 тысячных на финише, норм. У них. Блин. Не, ну я смотрю, блин, тут однозначно, чё. Его вина, там, то, что я там еще, знаешь, это, не повернул, якобы прямо поехал, это еще надо да это не, самое. Да не, я говорю, его, да. На, тут вообще прям ну, я взял. Говорю, он мог подумать, что ты там не поставил, да. Но это... Так, там уже некуда было, мне куда еще дальше? Дальше глубже на поребрик. Ну да.
Ну, конечно, совсем того. Я тут прыгнул замечательно. Замечательный прыжок здесь, да? Бам, да. Так. У меня уже, кстати, к этому моменту машина повреждена была. Ну, чуть-чуть. Ну да, от удара. Бам, господи. Ну да, вот оно, видимо, там и подвесочка, наверное, подушла, и все вместе. Да, кстати, машина тут же присела. А, кстати, да, у него тоже такая белая, красно-синий. Ну да, я же тебе говорю, что... Такие стрелочки снизу вверх. Да. Ну все, дальше что-нибудь интересно смотреть.